Ну, далее о кинематографе. Якутский детектив «Мой убийца» претендует на «Золотой глобус». Фильм режиссера Костаса Марсана вошел пока что в список кандидатов на номинирование в категории «Лучший иностранный фильм». Об этом ТАСС сообщила продюсер кинокартины Марьяна Скрыбыкина. «Мой убийца» основан на реальных событиях. Сюжет повествует о молодом следователе, который занимается расследованием убийства, произошедшего в Якутске. В широкий российский прокат фильм выйдет 3 ноября. Напомню, что он также выходил и в республиканском кинопрокате, но под названием «Случай на озере Сайсары». Также стоит отметить, что «Золотой глобус» занимает второе место по популярности после всем известной кинопремии «Оскар». А вот попадет ли детективная лента в число номинантов, узнаем в декабре.